Светлана, и сегодня у нас пустые баночки Фаберлик. Самые правдивые и честные отзывы. Давайте начнем с парфюма. У мужа кончился вот такой аромат Вулкано. Иногда его можно взять по хорошей акции. У нас частенько бывает в каталог со скидочкой 60%. Вы знаете, мне нравится действительно этот аромат, но мужу на работе сказали, что у него парфюм с ароматом клопов. Он больше не хочет его брать. Я не знаю, почему аромат, потому что классный. Действительно такой мужественный, хороший, вот из парфюмов Фаберлик, мужских, он мне из того, что мы пробовали, нравится больше всего. Но, тем не менее, повторять покупку не будем. Закончился у меня вот такой вот бальзамчик La Creme. Он нежное прикосновение, увлажняющий, с кокосовым молочком и молочными протеинами. Классный бальзам, который пахнет действительно натуральным кокосиком, без всякой химозности. Я использовала его себе и дочери, и волосы себя после него чувствуют прекрасно. Бальзам и лакрем вообще это отдельная история. Вот я уже пробовала мятные кокосы, они мне безумно нравятся. Их можно использовать даже как маску для волос, и они прекрасно себя на волосах проявляют. Волосы мягкие, волосы хорошо расчесываются. То есть во всех пониманиях бальзам для волос шикарный на самом деле, а урвать его можно за копейки. И, по-моему, насколько я знаю, они у нас есть в Фаберлик клубе. Артикул этого бальзама 86-73. Советую, девчонки, попробовать. И запах шикарный, цена шикарная. При таком объеме здесь 200 миллилитров, и волосы после него действительно шикарные. Вот такой продукт закончился из линейки Техно Kids. Это шампунь и бальзам 2 в 1 для детей. Артикул его 2354 3+, девчонки. Классная вещь тоже, мне нравится вот линейка Техно Kids. Если на кошку Малину у нас была жутчайшая аллергия, все тело красными пятнами покрылось, то здесь нет, все прекрасно. Как пену для ванн тоже использовали, и как шампунь, и как гель для душа, да, для ребенка. Поэтому вот эту линейку беру и буду брать. Когда скидки есть, обязательно запасаемся такими продуктами. Продукт из линейки Фаберлик Эксперт. Брала его в Фаберлик Клубе. Он у нас есть, девчонки. Это шампунь-скраб для глубокого очищения волос и кожи головы. Технология кристальное очищение. Для чего он нужен? Чтобы смывать с наших волос все силиконы, парабены, СЛС и так далее. Все, что содержится в шампунях, которые мы очень любим. А если у вас сильно грязнится, жирнится кожа головы, да, я вам уже рассказывала об этом много раз, но повторюсь еще раз для тех, кто не слышал, то значит у вас накоплено большое количество средства для волос, которым вы пользуетесь, от масок, от шампуней. Вам нужно очистить кожу головы, очистить ее средствами вот такого вот плана. Есть великое множество скрабов для головы и шампуней мицеллярных. Вот этот продукт именно из этой линейки. Это действительно скраб, он черный. Сейчас я попытаюсь вам показать, если тут есть еще. И содержит большое количество скрабирующих частичек. Они не приносят никакого дискомфорта, не давятся, девчонки, не приносят абсолютно, но их потом нужно вымывать с ваших волос. Давись, говорю. Не хочет, но я попытаюсь. Флакон весь измяло, но я сделала это. Вот, девчонки, как он выглядит. Смотрите. Это вот такая вот консистенция, да, полупрозрачная, гелевая. И там такие черные крупинки. Такое ощущение, что это действительно уголь, да, раздробленный. Таблетки, вот, да, активированный уголь, раздробленные. Вот так это выглядит. И он очень хорошо справляется со своими функциями, просто замечательно. Очищает кожу головы и волосы. Я использую такой шампунь раз в неделю. И обязательно нужно пополнить свои запасы. По-моему, в Фаберлик Клубе у нас есть и просто черный шампунь с углем без крапинок. И вот этот шампунь-скраб. Классная, девчонки, вещь. Особенно для тех, у кого жирные волосы. Просто потрясающая. Закончилось у меня вот такое репейное масло для волос. Это у нас ботаника, репейник и красный перец. Лучше от природы. Восстановление и уход. Насчет восстановления и ухода я сильно сомневаюсь, потому что красный перец может подсушивать ваши волосы. А вот ускорение роста волос здесь, да, улучшение микроциркуляции, пробуждение волосяных фолликул, луковиц, да, эту функцию выполняет это масло. Я наношу его, дозатор здесь, кстати, классный, очень тонкий носик, на проборы, потом щеточкой массажной для головы, либо руками втираю, массирую еще, и супер, жжет, значит работает. Лучше жжет, когда волосы мокрые, волосы влажные, тогда жжет вообще классно. Под шапочку можно, сверху полотенчик можно и без этого, и так вполне себе хорошо.
прекращать жечь где-то минут через 20, смываю. И, вы знаете, мне нравится, потому что такие продукты нужны, особенно в определенном возрасте, когда наши волосяные фолликулы засыпают, да, и волос становится меньше, они становятся реже. Поэтому, да, это второй же флакон. Мне девочки писали, что у некоторых перхоть появлялась от этого продукта именно после второй бутылочки, получается, постоянного использования. У меня ничего такого не наблюдалось. Вот вторую бутылочку я добила. Если будет акция, возьму еще, потому что продукт бюджетный. Артикул 1231. Я вам, кстати, наверное, не сказала. Скраб артикул, да? 8351. Вот этот шампунь. Так что маслице советую. Советую хотя бы попробовать и понять. Возможно, девчонки, у которых была перхоть, это на самом деле не перхоть, а шелушение. Девчонки переусердствовали. На каждодневной основе, конечно, это масло применять не надо. Я делала с ним масочки раз в неделю. Если, конечно, злоупотребить, может быть, и появится шелушение, зуд, пересушится кожа головы. Закончилась у меня наша новиночка. Это у нас суперфуд, смузи для душа. Артикул ананасового 2453. Здесь 215 миллилитров. Несмотря на маленькую такую, маленький флакончик, он просто квадратненький, да, такой классный. Классный продукт. Что-то новенькое, что-то интересное, на самом деле классный. Запах потрясающий, пахнет сладеньким ананасом. Ананасовым йогуртом, вот так вот я бы сказала, да? Кто пробовал чудо-йогурт с ананасом, вот прям вот запах такой, запах ярко выраженный, но он вообще не остается на теле. После того, как вы сходили в душ и смыли этот продукт со своего тела, все, вы не будете пахнуть ананасом. Мне бы хотелось, конечно, пахнуть так, как этот смузи, но, увы. Пенится продукт хорошо, здесь были маленькие частички. В моем заказике мы с вами наблюдали этот процесс. Это у нас семена ши, по-моему, здесь в составе. И, кстати, это веганский продукт, как они пишут. Здесь нет СЛС. Парабенов, не знаю, не написано, но СЛС точно нет. Классный продукт, девчонки, хочется еще что-нибудь из этой линейки попробовать. Мне понравилось. Закончилось вот такое вот жидкое мыло для рук у меня. Это Fleur de Provence, у нас лаванда и мартель. Артикул его 8169. Что могу сказать про этот продукт? Ну, не нравятся мне линейки Fleur de Provence, Beauty Cafe, Витамания. Ну, Витамания нравится своими ароматами, действительно, очень. Но по свойствам, вы знаете, это такое вот дешманское жидкое мыло. Аромат, да, неплохой. Возможно, здесь лучше состав, чем в дешманских жидких мылах, да, которые есть у нас в масс-маркетах. Ну, не знаю, ничего особенного, как бы аромат. Ну, так себе, мне тоже не понравился, поэтому я больше покупать не буду из этой линейки, ничего не впечатлило, никаких эмоций, ни плохих, ни хороших не вызвало. Вот такой вот спрей-освежитель водный у меня закончился. Это тропический бриз, артикул 113-26 именно у этого аромата. Что хочу сказать. Аромат, знаете, такой свежести порошка какого-то. То есть для ванной комнаты он хорошо подойдет. Он у нас в ванной комнате и стоял. Для помещения там, для комнат, да, где вы обитаете, не очень. Это, во-первых. А во-вторых, он абсолютно не стойкий. Я больше покупку повторять не буду, потому что он выветривается практически сразу. Его не чувствуешь, да? Вот попшикал 5 минут, он в воздухе побыл, и все. Есть в линейке освежителей гораздо более стойкие ароматы, поэтому именно такой брать больше не буду. Девчонки, выкидываю карандаш для бровей Faberlic, потому что это мое разочарование. Я вам, конечно, скажу артикул, может, кому-то и понравится. 55-28, это Soft Brown оттенок. Жуткий карандаш, дешевый, но он и стоит 99 рублей. Мне вообще не понравилось ни брови оформлять, ничего абсолютно. Девочки мне писали, что консультанты у них берут, и берут часто, и все довольны. Я не знаю, чему тут радоваться. Я пробовала продукты гораздо более интереснее и лучше. Во-первых, он надо так сильно давить, что аж больно, чтобы он прорисовал. И он плешивит. Он жутко плешивит. Я не знаю, девчонки, как вы можете оформлять таким продуктом брови. Он плешивит, я вам сейчас покажу ближе. Вот, девчонки, помимо того, что он плешивит, видите, рядом вот прям катышки такие. Ну вот как можно им оформлять, видите? Ужасный карандаш вообще. Вот нарисуешь, и будет вот такой вот ужас. Так что, девчонки, ну, не знаю, вообще, это, мне кажется, лишняя трата денег. Лучше купить карандаш за 200, за 300 рублей, но он будет за 400, но он будет классный. Даже если вот линию я ровную провожу, все равно образуются катышки, все равно. Поэтому я его выбрасываю как бы без тени сожаления.
Моя любимая мицеллярочка вербена закончилась. Она у нас против 7 возрастных изменений, эта линейка. Артикул ее 0831. Здесь 110 мл. Можно очень бюджетненько до 100 рублей ее взять. Классная мицеллярка. Девчонки, никаких к ней нареканий. Ярко выраженный запах лимона, лимонника точнее, цитрусовый такой, да, с небольшой сладиночкой. Аромат классный. И уже много раз вам тоже рассказывала, что кажется, что вот когда пахнет лимоном, да, сейчас нанесешь на кожу, будет щипать глаза, кожу и так далее. Ничего подобного. Такое деликатное очищение без эффекта панды прекрасно снимает макияж. Не щипит глаза вообще никак. Я прям проверяла, очень много на ватный диск наливала. Ничего не щипит. Кожу очищает до скрипа. Весь макияж снимает до конца. Даже стойкие продукты, тональный крем, огромный слой и тени. Все. Все прекрасно снимает. Тушь замечательно. Лучшая мицеллярка, мне кажется, Faberlic, которую я пробовала. Я пробовала там почти все. Дезодорант у меня закончился, антипреспирант «Морская свежесть» 48 часов. Вот так он выглядит, артикул 2351, мне очень нравится. Они без спирта, девчонки. Запах еле-еле такой ощутимый, еле уловимый. Он потом быстро с вашей кожи уходит и не заглушает там, да, какие-то средства для тела или ваш парфюм. А здесь вот такой вот небольшой шарик, ну, большой-небольшой, это смотря с чем как бы сравнивать. Аромат классный, мне нравится вот этот аромат именно среди линейки дезодорантов. Но я какие есть по акции, те и беру в каталоге. Закончились, вот в следующем каталоге обязательно буду брать еще. 48 часов защиты нет, а 24 на ура. Артикул 2351. Бальзам для ног «Гладкие пяточки», которому оды я пою уже очень давно. Это Faberlic Expert Pharma, космецевтика от Faberlic. Артикул его 1661. Мне безумно нравится этот продукт. Я не представляю уже свой уход за ногами без него. Вышел из душа, помазал ножки вот этим вот кремом, да, бальзамом, скажем так, как и написано здесь. И все, и супер. Здесь 30% глицерина, нам написано аж красным шрифтом. Он классно смягчает, действительно классно. Никакой сухости кожи стоп нету, никаких, тем более, трещин у меня никогда не было, поэтому я не знаю, что это такое. И, не знаю, вот нагрубевшая кожа, она как-то уже не образуется. Вот я не знаю, с чем это связано. Ножки размягчаются. Раз в неделю пройдешься пемзой еще. И вообще красота. У меня теперь розовые пяточки, розовые ступни. Я редко с ним, крайне редко использую пемзу для ног. Да? Потрясающий продукт. В следующем каталоге тоже будет акция в первом на него. Точнее, уже в нынешнем. Два возьму однозначно. Ну вот и все, мои красотки, вот такие пустые баночки скопились у меня за декабрь. Надеюсь, что вам мои отзывы полезны. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Люблю вас всех, целую, обнимаю. С наступившим уже Новым годом. Пусть он будет для вас самым лучшим, самым продуктивным, самым полезным. Пусть не болеют ваши детки, ваши родные и близкие, и все у вас сложится именно так, как вы хотели. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Пока-пока.